Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Делаю капуста-терапию, ну, это у меня салатик, я его чуть-чуть приквашиваю с капустой, обязательно много зелени, огурчик и листья рукколы. А также, не знаю, как вы, я очень люблю укроп и чеснок, поэтому все здесь, это есть такой аромат сразу хороший. Ну, речь пойдет сейчас не об этом, а о масочке. Я начинаю 10-дневный курс, делаю из капусты масочку. Так, для этого мне нужен сок капустный. Не знаю, у кого как. У меня есть соковыжималка. Либо, когда я делаю салат, всегда, когда сок, я беру. И давайте отсчитываем. Раз чайная ложка, два чайная ложка, три чайной ложечки. Пару капель оливкового масла уже есть, поэтому мы видим здесь и оливковое масло. Дальше я добавляю немножко медика. Что такое немножко? Это пол чайной ложечки меда. Давайте растворим. Надо все это растворить. Сейчас водичка зеленовато-желтоватая будет от меда. Мед хорошо растворяется при комнатной температуре. Вот. Все. Замечательно. Итак, оливковое масло, капустный сок. Можно добавить сок огурчика. Очень хорошо. Вот, все, вот такая вот жидкая смесь получается. Дальше. Дальше одна ложечка овсяной муки, которую я делаю, вот, пожалуйста, в такой замечательной кофемолке. Перемолола овсяные хлопья. И в эту нашу смесь сейчас положим с горкой. Одну чайную ложку с горкой. Раз. Все, поехали. Теперь надо вымесить. Вымешиваем. Если хотите, можете для быстрого эффекта, чтобы превратилось в кашицу, можете еще половинку положить. Но я люблю, ну вот, видите, половинку еще. Но сейчас она разбухнет. Разойдется, что называется, раскроет все свои свойства в эту смесь, овсяночка наша. Вот от этой маски у вас будет упругость, потом убирает пигментацию, обесцвечивает, отбеливает кожу. Для меня это очень важно, поскольку я работаю много на солнце, а у нас морское побережье, мне надо отбеливать. Мне нужно создавать упругость кожи, мне нужно омолаживать. Никак без оливкового масла, никак без меда, без капустного сока и без овсянки у меня никак не питается лицо. Именно вот это идеальный вариант. И сейчас в эту масочку последний ингредиент, который также поможет нам хорошенько отбелить кожу, привести ее в порядок. Это вот такой вот кусочек лимона. Примерно получится где-то чайная ложка лимонного сока. Вот, когда немножечко разбухло. Ой, упала семечко лимонная. Косточка, мы ее отсюда убираем, нам не нужно. Все. И также замешиваем. Ждем, пусть разойдется немножко овсянка. У кого нет терпения подождать, пожалуйста, добавьте еще себе, если вы хотите густую смесь. Моя цель все-таки больше вот этого сока. Как я наношу? Я промакиваю полностью марлю, наношу на лицо и лежу вот так минут 10-15.
Вот. Потом у меня немножко слегка высыхает марлечка. Я еще раз, два раза. Все. В общей сложности у меня получается 20 или 30 минут такой процедуры. Не меньше. Меньше мне не помогает. Кому-то 10 минут достаточно. Мне нет. Я люблю такое вот усиленное. Мне не подходит 10-минутка. Мне подходит 20-минутка. И все, дорогие мои. Это будет длиться 10 дней. И кроме этого, я активно сейчас буду потреблять не только внешнюю, но и внутреннюю капусту. Теперь, кто спешит, тот убегает. У кого есть время, кто хочет получить более интересную информацию, остается. Кроме нанесения вот этой маски на лицо, я обязательно наношу на руки. Вот почему нету явной такой пигментации. Хотя полвека это не маленький срок, но нет явной пигментации, потому что регулярно занимаюсь собой. Независимо от того, много у вас работы, мало у вас работы, никогда не пренебрегайте своей кожей, потому что кожа может обидеться, и потом результат восстанавливать кожу очень тяжело. Никакие вот эти лазерные процедуры, они работают не больше года, лазерные процедуры. И после них, вот я смотрю по своим приятельницам, после них из интернета мои приятельницы есть, косметологи, усиливается еще больше почему-то пигментация происходит. Почему? Никто не знает. Вот капуста – это именно тот один из бесценных овощей в профилактике, кроме того, что кожных покровов, это еще и профилактика раковых образований. Очень много у людей рак кожи появляется вдруг, непонятно. Особенно у тех, кто там на берегу моря живет, кто много работает на солнцепеке. Но это связано опять-таки в связи с тем, что они не следят за собой. Если бы они обрабатывали свое личико, ручки, если бы они одевали защитные кепочки или какие-то специальные шляпки, слой крема обязательно домашнего своего, не ленились бы, у них ничего бы этого не было. А когда ты раздеваешься, занимаешься там уборкой овощей или сапаешь на солнцепеке бешеном, ты просто просишь неприятности. Вот капуста, обратите на нее внимание, она именно профилактика раковых образований. Не только белокочанная, не только совойская, любая, как я говорила, брокколи, это вообще супер. Противовоспалительные, антиоксидантные свойства, омега-3 есть жирные кислоты, а ведь это борьба с атеросклерозом и при болезнях сердечно-сосудистой системы. Поэтому обратите внимание на капусту, в том числе и беременным. Пейте капустные соки. Я никогда не пренебрегаю такими миксами, соки-миксы. Например, капустный сок и морковный сок вместе. Либо делать смузи и добавлять капусту. Почему это необходимо? Она помогает вывести лишнюю жидкость из организма. Устраняет отеки. Это очень актуально для нас. Очень актуально. Не только для нас 21+, полвека позади, вся жизнь впереди. И для беременных девочек, и для девочек, у которых предрасположенность, вот собираются соли, ну, не пьют они достаточно воды. Вот капусту, обратите внимание на капусту. Мне нравится, что в капусте есть витамин К, а вот он именно для полноценного функционирования организма и именно для укрепления костей и работы крови. Кровь – это настолько важно. Если у вас прекрасная, чистая, хорошая кровь, то у вас замечательная печень и прекрасный иммунитет. Кстати, шпинат и руккола, она тоже к капустным относится. Поэтому я вот делаю такой микс в салате, как я вам показала, капусточка. В данный момент у меня белокочанная, обязательно брокколи и еще какие-то у меня такие интересные листочки. Я забыла, как называются, я вырастила.
очередной салат. Я забыла его название и тоже туда бросила. Смотрите, что я вычитала. И в рукколе, и в капусте, и вот в этом салатике там есть К1, потому что существует две формы витамина К. Две формы. Ну, кто хочет, запишите, это важно. Две формы витамина К. Есть К1, называется филохинон, и К2, менохинон. Для здоровья оба важны. И тот, и другой называют витамин К. В общем, витамин К нужен организму для производства протромбина. Вот этот белок позволяет крови сворачиваться, от чего останавливаются кровотечения сильные. И пищевые волокна капусты, они защищают слизистую от хеликобактерий. Очень часто пишут, у кого хеликобактерии, да? А они ведь это причина образования язвы в желудке, в двенадцатиперстной кишке. Вот это хеликобактерии. Еще почему важен витамин К? Потому что он содержит 4 из 13 белков. 4. Я имею в виду растительные белки. Они нужны для корректного протекания вот этого процесса. И для эпителия, для кожи, восстановления клеточек белок нам нужен. Вычитала я то, что вот этот витамин К, который огромное количество в капусте и вот в этих всех капустных, кстати, шпинат тоже, да, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и защитить артерии от накопления кальция на их стенках. Когда кальций излишний, он накапливается на стенках артерий. Это очень плохо. А вот этот витамин К, он выводит. И из-за этого что? Давление снижается, а кровь начинает свободно циркулировать по организму. Вот это тоже защищает от инсульта. Очень важно. Всем привет, зайчик. Ну а сейчас я вам покажу. У меня растут эти капустные. Ну, например, вот моя руккола. Посмотрите, какая она красивая сейчас. И тут вот я смотрю, прорастают то, что мне не нужно. Пырей. Вот это очень плохо. Его нужно убирать вместе с корнем. Только с корнем. Вот это тоже капустная. Вот такие вот крестоцветные, как их называют. Вот здесь такое количество витамина К, еще больше, чем просто в капусте. Поэтому я просто капусту и добавляю в нее обязательно вот эту прелесть. И еще вот этот салатик. Напомните мне, кто знает, как это называется. Я посадила, это тоже капустным крестоцветным относится. Такого плана, как шпинат. Но это не шпинат, это что-то из китайского. Как же называется? В общем, и вкус такой специфический, другой. Мангольд у меня еще есть. Здесь мангольд. Мангольд, по-моему, да, вот это мангольд у меня. Вот он разного цвета. Такой и такой, мангольд. Он будет большой. И тоже, посмотрите, вот тут вот я срезала листики в салате, они у меня. И тоже лезет пырей. Лезет прямо вот. Ой, прямо он лезет вовсю. Вот. А всю весну я добавляла мокрицу. Пока это все всходило, мангольд пока всходил, и пока у меня всходила руккола, я все добавляла мокрицу. Так, прямо с этим пыреем такая борьба. Так, мангольд растет. Все нужно рассаживать. И рукколу мне нужно рассадить, потому что она... Прямо вы посмотрите, как активно взошла. Да, руккола благодарна. Ее сеешь, поливаешь, она почти в схожесть стопроцентная. Не знаю, девчонки некоторые пишут, что у меня руккола не растет, у кого-то еще не растет. Я не знаю, у меня где бы я ни была, и на даче, и на даче совсем другой, там песок. И здесь такая земля тяжелая, какая-то прямо глина, знаете. Вот, все равно у меня руккола отлично везде. Поэтому я ее активно использую в своей жизни. Витамина К здесь немерено. Ну, а я люблю вас.
Дай Бог вам здоровья, процветания, благословений. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите здоровье своих родных и близких. И помните, что то, чем вы питаетесь, то, что вы едите, употребляете в пищу, вот из того вы состоите, ваш организм. Если вы употребляете... А вот смотрите, смотрите, какой красивый паучок здесь у меня скачет. Вот. Если вы употребляете картофель, то вы употребляете крахмал. Там очень много крахмала. Крахмал – это сахар. Сахар – это прекрасное питание для раковых клеток. А вот посмотрите, а? Божьи коровки, мне их побольше нужно, потому что они уничтожают тлю. Вот ее нужно пересадить, знаете куда? Ее нужно пересадить на... Сейчас я ее пересажу. Я ее пересажу на розы. Пусть она одна тля, одна божья коровка убивает очень много тли, съедает. Сейчас я ее туда и пересажу. Вот. В общем, меньше картофеля, больше зелени. Все будет хорошо. И сейчас минимум мяса. Пока-пока. Здоровья. Дай Бог вам здоровья.